Заводоуковские животноводы приступили к заготовке кормов. Всего хозяйством округа необходимо запасти более 6 тысяч тонн сена и около 67 тысяч тонн сенажа. Аграрии надеются уложиться в срок, тем более, что для этого есть вся необходимая техника. Это 24 кормоуборочных комбайна и около 40 косилок. Закладку сенажа ведут по современным технологиям. Закладываем как бы с закваской сейчас Лактис и Биоферм. Они работают в паре, потому что убедились, что в том году мы не делали вот это на одной яме. Попробовали, опыт сделали, как бы нам понравилось, что отдача идет, что молоко прибавляется, действительно прибавка молока была ощутима.